Привет, друзья! Меня зовут Антон. Снимаем обзор для магазина flipup.ru. Сегодня хотим представить вашему вниманию легендарный шлем первой серийной модель Shark Quad. Чем же он такой легендарный, что же в нем хорошего, давайте рассмотрим подробнее. Помимо того, что Shark как производитель славится отличным качеством шлемов, одним из четырех премиум брендов, они сделали массовую модель со светодиодными отражателями, то есть нет пассивной безопасности, безопасность есть вполне активна. Есть 4 датчика со светодиодной лентой, которые заряжаются при помощи USB зарядки. Зарядка USB, как и фирменный диск, идут в комплект. Вот так выглядит шлем в темноте. Сейчас я его попробую включить, чтобы посмотреть, как же светятся датчики. Это 2 датчика сзади и 2 спереди, в районе лобной части и в районе подбородка. У данного шлема 2 режима подсветки. Это вот непрерывное свечение и вот такие мигающие огни. Shark Squall от производителя Shark выпущен во многих световых решениях. Подробнее можем посмотреть у нас на сайте. Вот так выглядит в светлое время суток. То есть, в принципе, вполне заметно, что светодиодные ленты мигают. Светодиодные ленты потребляют очень немного батареи, поэтому батареи продержатся, в принципе, долго. Достаточно заряжать раз в неделю, ну, смотря как вы ездите. Давайте посмотрим, где же хранится эта аккумуляторная батарея. Хранится между обшивкой и EPS-пластиком. Выход вот такой. USB зарядки. Ее можно аккуратно спрятать под подкладку, чтобы не мешало при езде. Расцветки в самом деле радуют. Все остальное, в принципе, достаточно стандартное. Визор мультипозиционный. Солнцезащитные очки, которые открываются и закрываются достаточно надежно. Активная вентиляция сверху и снизу. Подкладка съемная, моющаяся, гипоаллергенная. Защита от насекомых, пыли, грязи, в простонародье мухоловка, также в комплекте. Шлем имеет 4 звезды по краш-тесту Шарпа, что является достаточно неплохим результатом, но стандартным для шарковских шлемов. В комплектацию также входит пинлок, антизапотевайка, чтобы вы могли ездить в самую ненастную погоду, там, если выпал неожиданный дождь и визор у вас не запотел. По весу данный шлем весит 1470 грамм, учитывая, что здесь светодиодные ленты и аккумуляторы, мне кажется, очень приличным. Одним из самых больших преимуществ данного шлема, помимо краш-тестов, помимо очков солнцезащитных и светодиодных активных лент, является его стоимость. Стоимость действительно невелика, заказать этот шлем можно у нас на сайте. Ну что ж, давайте подведем краткие итоги по шлему Shark Squall. Отличная модель от Shark, модель 2015 года, серийное производство вышло совсем недавно. Светодиодные ленты 4 активные в районе лба, подбородка, и 2 светодиодные ленты в затылочной части. Помогают сделать вас видимыми даже в самую там темную погоду. Это не светоотражатели, а это свет, который излучается самостоятельно. Мультипозиционный визор, устойчивый к царапинам. К визору идет в комплекте пинлок, антизапотевайка в простонародье. Дефлектор дыхания отводит излишнюю влагу от визора, чтобы он менее запотевал. Солнцезащитные очки, которые жестко фиксируются в верхней и нижней части шлема и при езде не трясутся. Съемная подкладка гипоаллергенная, которую можно снять, постирать, одеть, обратно. Зарядка USB. В принципе, зарядка стандартная, подойдет как от телефона, так и это специально. Очень удобно расположена кнопка, видите, она расположена в корпусе шлема, при этом не выступает, то есть вы ее, в принципе, случайно нажмете очень редко. 2 режима регулировки светодиодной подачи, это выключено, сплошное свечение и вот такие стоп-огни.
На мой взгляд, шлем весит очень немного, 1470 грамм, учитывая, что у него светодиодные ленты и аккумуляторные батареи. Батареи данного шлема держат достаточно долго, так как светодиодные ленты потребляют совсем немного энергии. Это отличные шлема от производителя Shark, рекомендуем их к покупке. Если у вас остались вопросы по данному шлему, пишите у нас их в комментариях. Если в принципе по шлему все понятно, то ставьте лайки и покупайте у нас их на сайте.